Вот так. Воздух внутри был морозным. И чем ниже я спускался, тем становилось холоднее. Кого было легко заметить и тяжело видеть. Бертран вывернул ее наизнанку и вложил внутрь черт знает что. Снять ее с этой адской машины было несложно. 20 тысяч вольт и порядок. На обратном пути мне показалось, что я слегка перестарался. Да уж, совсем легко. Шесть раненых мирных жителей. Ну да. Даже когда я за злодея проходил, я столько не ранил. Квипропо. Три таблетки снотворного и отрубилась. Сам не хочешь поспать? Некогда. Надо восстановить подачу энергии вокруг Ассеншн. Бертран сидит там и радуется тому, что сделал Скуа. Да. Начнем с трансформатора у канала. Его несложно починить. Тому, кто на ты, с электричеством. Так. Мы заберемся наконец с дополнительными миссиями. Сколько мы тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13. Здесь выполним, мы достаточно. Вот самое близкое, переключаю каналы. Пропаганда Бертрана. Уши вянут. Пора внести разнообразие в телеэфир. Обесточь несколько спутниковых тарелок, чтобы я мог вклиниться в эфир. Обязательно, только сначала. Ну, все. Есть.
Готово. Следующая тарелка. Сейчас мы ее по-быстренькому отключим. А, черт! Да блин, это не завозможно. Вообще, это возможно, но я упал из-за того, что я придурок. Надо... Благо, где добавить на миссии короткие и легкие. Где тарелка ваша? А, вот она. Следующая, она же последняя. Долбанная антигра. Отлично! Теперь подойди к экрану и смотри, как работает мастер. Еще надо людей изучить. Мастер. И ограбление предотвратить. Шоке. Кто это такой молнией мир расстрелял? Почти. Еще пару проводов. Жмем на пуск, и мы в эфире. О. Да. Так, дипломатия канонерок. Каких еще нахрен канонерок? Голос жуткий. Ну ладно. Я могу, например, нейтронный вихрь запустить. Интересно, это поможет? Нейтронный вихрь в бой! Получилось. А ни хрена у меня не получилось. Потопите корабли. Противники эти ваши. Как я вам этот ваш корабль потоплю?
Пораньше. И все равно. Толку ни хрена. Нужно придумать что-то другое. Может быть, не высосать энергию из столба, и тогда я смогу сомнуть их ебучими гранатами. Все. Я его потопил. Ура! Можно радоваться. Еще 4 миссии. Обезьянник. Походу мне туда. Я почти прибыл. Как вы смотрите. Да. Все, вам не капец. Сколько их? 4. Блин. Остались без щитов, значит вы дебилы. О. Буйный мне попался арестант. Пригляди за ним, пока я сбегаю за подмогой. Он вон там. Свяжи меня, и я проделаю тебе в черепе дыру вот этим камертоном. Ну. Ты же беспомощный. Люблю убивать, особенно стариков. Но и молодых тоже. Я могу делать все, что захочу. Ты придурок. Жалкая тварь. А если он опять сбежит, лучше убей его. Скажешь, что он пытался удрать? Это твоя девка. Тащи ее сюда. Пусть познакомится с настоящим мужчиной. Ты ничто, а не мужчина, понимаешь? Ничто. Ты дрожишь как. Не важно. Спасибо за помощь. Его ждет уютная камера. Очень уютная. Он так сразу стал и взял. Убедить бы судью, что он виновен. Так, продолжаем наше освобождение зоны. Ух ты, уже 14 минут занимало. Надо срочно переходить в следующую часть.